Здравствуйте. Обращение к мужчинам. Вы часто ко мне обращаетесь за танцами и так далее. А вас, к сожалению, надолго не хватает. Но самое забавное, почему-то вы один раз придете на урок, а потом вы меня зовете на свидание. Вот мне хочется сказать, сколько можно это делать. Мне это не нравится, мне это надоело. И вообще, где логика? То есть неужели вы думаете, что если вы пришли один раз ко мне на урок, а потом такие забили на себя, на свое саморазвитие, самооценку, и такие зовете меня на свидание, вы что, правда думаете, что мне это интересно? Без обид, но я хочу сказать, что я воспринимаю ситуацию как учитель танцев, и мне бьет по моему самолюбию такая ситуация. То есть мне не нравится, что мужчины меня воспринимают не как учителя танцев, а как какую-то самочку, которую тут же можно на «ты» называть, и тут же можно звать куда-то небрежно на свидание. Ребята, это не ко мне. Вот, и если уж на то пошло, если уж вы хотите меня впечатлить, то вам нужно несколько месяцев ходить на танцы, упорно расти над собой, развиваться, и когда я посмотрю на вас новыми глазами, когда меня озарит вдохновение, вот тогда можно куда-нибудь сходить и пообщаться, но не раньше, господа. Хорошего дня!